Так, ну что, приступим? Сегодня пеку блинчики. Пеку блинчики. Ну как у нас, первый блинковым будет или? Или все-таки на армуле Юль? Не долила немножко. Блинчики да с мяском. Вот я тут научила. Сковородка. Я ее приобрела в прошлом году в Византии. Чудо. Такая тяжеленькая. Хорошо печет. Хорошо печет. Ну что-то вот блин разрывается. О! Ну ничего. Сейчас мы печем тоже получше. Кто молодец? Я молодец? Кто молодец? Я молодец? Приятного аппетита всем. Так, ну что, вот я испекла такую небольшую стопочку. Сейчас буду фаршировать. У меня такой огрызок остался. Ну ничего, клякса, да? Ну вот. Такой вот мужу завтрак с сюрпризом завтра будет. Ну, пахнет вкусно. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайк. Пока-пока, ваша Ксюша.